Федеральная антимонопольная служба и Минтранс России создадут рабочую группу по борьбе с картелями на рынке пассажирских перевозок. По данным ФАС, антиконкурентные соглашения на этом рынке отмечены в 28 регионах. Что происходит в Башкортостане? Эта тема на слуху с осени прошлого года, когда власти начали наводить порядок в отрасли. Об этом мы не только говорим сегодня в программе «Ракурс» с руководителем башкортостанского УФАС Андреем Хомяковым. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, что происходит на рынке пассажирских перевозок в Башкортостане с точки зрения антимонопольного законодательства? И вообще, как в идеале должна выглядеть схема, когда работает Башавтотранс как государственный перевозчик и коммерческие компании, другие участники этого рынка? Но в данном случае, пока у нас в данный момент времени мы не наблюдаем признаков заключения картельного соглашения, могу сказать сразу, да, проблема существует, мы мониторим рынок, мониторим постоянно, соответственно, проблем во взаимоотношениях при работе Башавтотранса с коммерческими перевозчиками, мы считаем, вообще не должно быть, потому что маршруты Башавтотранса, они регулируемые, в принципе, а у нас все частные перевозчики, они устанавливают сами цены. Существует одна проблема, и в тех регионах, где выявляются именно картельные соглашения, проблема как раз заключается в чем? Что одновременно все перевозчики поднимают цены. Ну, примерно в один и тот же промежуток времени. Соответственно, у нас тут недавно был буквально там один инцидент, но это случилось в течение, наверное, полдня всего было, потом все вернулось на круги своя, но, соответственно, не потребовалось нашего вмешательства во все эти вещи. А вообще Башкортостан в этих 28 регионах, которые Федеральная антимонопольная служба отметила, пока есть? Пока нет. Пока нет. А вот этот случай, который вы назвали, поподробнее, пожалуйста, можно? Ну, это было не так давно, соответственно, когда с утра одновременно несколько, практически все, скажем так, частные перевозчики подняли свои цены на 5 рублей. В отношении Башавтотранса, еще раз повторюсь, это невозможно физически, потому что все его тарифы, ну, практически все тарифы регулируемые. То есть они устанавливаются, и Башавтотранс не может, соответственно, сам самостоятельно повышать, в отличие от всех остальных перевозчиков. Но, скажем так, возымело свое действие, я так понимаю, позиция, в том числе там, руководство региона, и где-то после обеда, насколько по нашей информации, и нам перевозчики, кстати, отчитались об этом, потому что мы оперативно всех перевозчиков попросили объяснить причину того, что почему так вдруг случилось, почему на 5 рублей подняли цены, но оперативно отчитались, что к вечеру уже вопрос был решен. Введение карты «Алга», транспортное приложение новое у нас 1 июля. Были разговоры о том, что нарушено антимонопольное законодательство, в частности, без конкурса услуги получил БРСК. Позиция УФАС по Башкортостану по этому вопросу. Вы знаете, то, что касается, к нам поступило несколько жалоб. Одна жалоба, я сейчас не готов ответить на этот вопрос, но тем не менее, одна жалоба касалась непосредственно торгов, которые должны были проведены, но не проводились, соответственно, да, мы ее не стали рассматривать, ну, не буду вдаваться в подробности, почему мы не стали этого делать, там чисто такие процессуальные моменты. А сейчас, да, сейчас в данный момент у нас на рассмотрении находятся еще жалобы, которые поступили к нам несколько позже, и, соответственно, да, мы будем проверять законность, ну, соответственно, или незаконность введения, соответственно, да, карты этой без проведения торгов. Вот. Но, на наш взгляд, тут тоже есть такой очень интересный, наверное, момент, да, тут, если сама по себе карта «Алга», да, она будет востребована в первую очередь у населения региона, то здесь действительно можно вести речь только о нарушении непосредственно там Башавтотрансом норм антимонопольного законодательства, но это не должно влиять на положение дел вот в отрасли, то есть это не должно ухудшать положение тех людей, которые сейчас, соответственно, уже пользуются картой «Алга», поэтому мы будем подходить к решению вопроса, исходя вот именно из таких позиций. Когда планируется рассмотрение? Вы знаете, у нас сроки рассмотрения любого заявления, они регламентированы. При поступлении заявления мы рассматриваем в течение месяца, но имеем право продлить на еще на 3 месяца в случае, если нам не будет хватать материалов для определения наличия либо отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства. Поэтому вот предельный срок 3 месяца. Ну, то есть к осени мы получим ответ? Ну, я думаю, что да, где-то после сентября, может быть, в начале октября, да. 14 августа должно было тоже состояться заседание, где должно было рассмотреться дело регионального оператора «Экосети», это «Стерлитамак». Напомню, контракт
по стерлитамаку двухлетний, стоимость 1,3 миллиарда рублей, со сроком действия с 1 января 2020 до 31 декабря 2022 года. Это крупная закупка одного из 5 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Есть ли какое-то решение по этому вопросу? Ну, во-первых, могу сразу сказать, мы рассматривали, и дело сегодня рассматривалось не с точки зрения нарушения либо отсутствия именно на торгах, а мы возбудили дело нарушения антимонопольного законодательства, соответственно, да, и пока мы не примем какое-либо решение, поэтому сейчас говорить преждевременно вообще о наличии либо отсутствии признаков. Да, на этом рынке, да, эта проблема существует, вообще рынок обращения с твердыми коммунальными бытовыми отходами, то есть эта проблема есть, проблема не только у нас в регионе, во всех регионах проблема существует. Соответственно, есть проблемы, соответственно, при осуществлении закупок региональными операторами, у нас их определено, у нас 5 зон, соответственно, да, и в каждой зоне определен свой региональный оператор, который должен осуществлять закупки услуг, но так как он не все виды услуг оказывает, соответственно, у компании, которые занимаются, ну, либо транспортировкой, либо захоронением твердых коммунальных бытовых отходов. Но, соответственно, да, мы вот в этой связи проводим проверку. Говорить вот сейчас, в данный момент, о результатах пока рано, в любом случае. Вот, выясним все обстоятельства, будем выяснять все обстоятельства, и после этого будем принимать какое-то решение. Угу. По данным Роспатента, во втором квартале 2019 года на 22% выросло число заявок на регистрацию товарных знаков. Вот об этом заявили в интервью порталу «Будущая Россия. Национальные проекты» глава Роспатента Григорий Ивлев. Насколько активен бизнес в регистрации товарных знаков вот здесь, в Башкортостане? Ну, вы знаете, мы к регистрации товарных знаков как таковых мы не имеем никакого отношения. Но когда вы защищаете интересы бизнеса, вам приходится сталкиваться с этим вопросом? Да. К сожалению, в свое время, ну, может быть, и к счастью, соответственно, да, этот раздел законодательства вообще выпал из нашей сферы деятельности, и мы его рассматриваем с точки зрения правомерности либо неправомерности использования, скажем так, тех или иных товарных знаков представителями, участниками того или иного, опять же говорю, товарного рынка. Потому что у нас нередко возникают ситуации, наверное, мы не всегда о них знаем, но тем не менее такие ситуации бывают, когда добросовестный участник рынка пользуется товарным знаком, но в силу каких-то либо тех или иных причин считает необходимым его регистрировать в Роспатенте. А затем на рынок заходит, появляется еще один хозяйствующий субъект, который, воспользуясь ситуацией, регистрирует на себя товарный знак, а потом, соответственно, предъявляет ему претензии и с требованием выплатить, ну, определенное, да, денежное вознаграждение. И вот то, как что... раз эта история с рестораном «Макхайлендер» в Уфе, где требовали вот недобросовестные участники 1 да, миллион рублей. Да, расскажите подробнее, пожалуйста, про эту ситуацию. Ситуация ровно такая была. Действительно, был в городе уже давно ресторан у нас открыт, ресторан шотландской кухни, соответственно, собственник этого хозяйствующий субъект непосредственно пользовался этим коммерческим обозначением «Макхайлендер», соответственно, потом в течение какого-то времени у него появился еще один, ну, собственник, скажем так, участник. Ну, они какое-то время работали достаточно слаженно, у них не было, насколько я понимаю, никаких проблем, а потом, ну, бизнес-интересы разошлись. И, соответственно, вот второй участник, который, он зарегистрировал свою организацию, свое юридическое лицо, и, соответственно, оформил на это юридическое лицо патент на право использования, соответственно, товарного знака, ну и предъявил требования о взыскании, не о взыскании, а о том, чтобы выплатить ему 1 000 000 рублей. Ну, соответственно, к нам обратился собственник данного юридического лица за защитой своих прав. Мы рассмотрели дело, вынесли решение в его пользу. Соответственно, данное решение обжаловалось, безусловно, лицом, которое мы признали нарушившим антимонопольное законодательство, но его, скажем так, жалобы не привели к успеху. Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность нашего Московский. Решения. Да, безусловно. Именно суд по интеллектуальным правам, который, скажем так, вправе рассматривать именно такие заявления, и, скажем так, это специфика именно этого суда, да, который подтвердил законность данного решения. Вот, соответственно, теперь складывается ситуация, когда, ну, по сути, не
добросовестный, скажем так, владелец данного товарного знака, он, несмотря на то, что он зарегистрировал, наверное, он понес какие-то расходы, он не вправе предъявлять теперь, мало того, что Роспатент, сейчас не могу сказать, не готов развитие в этой ситуации, каким образом сейчас обстоит дело, но тем не менее может лишить его права зарегистрированного на данный товарный знак, исходя вот из существующего решения. Нарушения в сфере госзакупок, по данным УФАС, по Башкортостану наиболее часто это в строительстве и в медицине. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации? Что нужно сделать, чтобы исправить? Ну, чиновники чаще всего делают ошибки. Ну, вы знаете, чиновники делают ошибки. Действительно, мы наблюдаем такую тенденцию, что, во всяком случае, рассматривая те жалобы, которые поступают к нам, что чаще всего это ошибки. Осознанные, неосознанные везде бывают по-разному. Соответственно, да, если неосознанные ошибки, то это, наверное, меньшая беда. А хуже, когда делается осознанная ошибка, чаще всего, и если эти ошибки, потому что мы приходим к выводу, что осознанные ошибки делаются чаще в пользу какого-то конкретного участника торгов. Соответственно, мы в этом случае плавно переходим из сферы закона о контрактной системе 44-го в сферу деятельности 135-го закона о защите конкуренции закона. То есть и, кстати, вы говорили, что к концу этого года, вот ваш прогноз был, что именно по 135-й статье будет увеличение нарушений. У нас сейчас достаточно материалов, которые находятся в соответствии с которыми мы видим признаки нарушения законодательства, и до конца года количество дел, возбужденных по данному факту, безусловно, увеличится. Вот. Это связано, но эти дела связаны не столько непосредственно с проведением процедуры закупок, как с вопросами их отсутствия полного, когда просто заключается с единственным поставщиком, соответственно, договор, используя, ну, скажем так, с точки зрения заказчика, законные механизмы, хотя, на наш взгляд, это незаконные механизмы, и, в принципе, мы об этом говорили, у нас наш руководитель Игорь Юрьевич Артемьев тоже давно об этом говорит, и по всем исследованиям, то есть у нас 70, а то иной раз 80% всех торгов проходит на неконкурентной основе, соответственно, мы кроме непосредственно отсутствие конкуренции, да, это же несет и, то есть бюджет, соответственно, тратит лишние деньги на эти, хотя мог бы сэкономить, и, соответственно, да, эти деньги можно было пустить в какое-нибудь иное направление деятельности, поэтому эта проблема существует, да, проблема есть, сейчас мы видим. Проблема еще в чем, что во многих, особенно по многим крупным заказам, крупным контрактам строительства там, и дорожной сфере, просто в строительстве и в медицине. Торги вроде формально есть, но они проходят практически на безальтернативной основе. И что нужно делать? Ну, вы знаете, тут, скажем так, мы можем, используя, скажем, тут только наши механизмы, мы, естественно, там будем разбираться, запрашивать, если наличат признаки нарушения антимонопольного законодательства, именно будем возбуждать дела, будем по возможности, ну, не по возможности, обязательно будем взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы они нам помогали в рассмотрении таких дел, ну, соответственно, да, и, может быть, сами выявляли признаки нарушения уже уголовного законодательства. Поэтому работать вот в этом направлении будем. То есть активная работа. Если можно, то коротко по ценам на бензин. О чем говорят мониторинг за 7 месяцев 2019 по Башкортостану? Ну, вы знаете, наверное, это не секрет о том, что цены на бензин растут везде, в том числе и у нас. Вот. Но все тоже слышали и знают об этом. Существовали договоренности между правительством и так называемыми вертикально интегрированными компаниями. Заморозка до 1 июля. Коим относятся, да, и Башнефть. Эти договоренности касались не столько заморозки до 1 июля. Договоренности касались того, что цены на бензин не должны расти выше уровня инфляции. Ну, соответственно, мы проводим мониторинг, нам все компании еженедельно отчитываются о ценах на своих заправках. Поэтому пока, скажем так, ну, несмотря на то, что договоренности закончились вот с 1 июля, но мы пока видим, что, на всяком случае, не видим того, что крупные компании вот эти неофициальные договоренности каким-то образом нарушают. Но, естественно, в случае наличия все-таки этих признаков уже будем непосредственно разбираться.
будем заниматься этим вопросом, может быть, будем возбуждать дела, но пока вот мы работаем, мы контролируем именно в этом направлении. Спасибо большое, Андрей Николаевич. А я напомню, что это была программа «Ракурс», и мы беседовали сегодня с руководителем башкортостанского УФАС Андреем Хомяковым, и мы говорили о развитии конкуренции в Башкортостане. Спасибо большое, приходите к нам еще.